Доброе утро. Быстренько собралась. Сейчас у нас 9:15, 9:30 утренник. У младшей группы меня попросили поснимать. Там как раз где Маргося, там у них будет выпускной. Когда средняя группа переходит в старшую. Так что я сейчас еду. Дети с бабушкой и с дедушкой. Обещала им купить пиццу, если будут себя хорошо вести. Но с бабушкой и с дедушкой вести себя плохо никогда не получается. Бабушка и дедушка всегда говорят, что дети себя вели хорошо. Вот, так что поехали на утренник. Так, ну что, я уже дома. Купила на обед вареники с картошкой. Ура! Так что сейчас сделаем поджарочку. Да, пиццу детям я обещала. За то, что они будут себя вести, кстати, нормально. Мы клубники собрали, можем сделать коктейль. Молодцы. Даже папа есть. Да, и мороженое есть, и молоко есть. Так что можем на десерт делать коктейль, да? Ну да. И у нас еще есть этот тест. Еще в автобусе, в аптеке купила отруби Лита, вот эти с клюквой. Они безумно вкусные, они такие немного сладенькие. В общем, мне очень нравятся. Не противные. Стоят, правда, 95 рублей. Это, мне кажется, единственный их недостаток. А где Гриша? Детки, пойдемте, наверное, кушать, а? Варенички я уже сварила. Сейчас покушаем варенички и сделаем клубничный коктейль. Ну, будем включать. Сейчас пошлите варенички сначала покушаем. Мама, это специальная комната для этого, для пота. Для пота? Это сауна называется, да? Так, пошлите, руки мыть. Ой, мама, да там так жарко. Да я представляю, ты еще и на солнце посмотри. Она же еще и нагрелась, на солнце полежала. Пусть нагреется. Да не, мои красавчики, мороженое домашнее кушает. Ну как получилось? Такой. А ты один такой красавчик, который не кушает мороженое. Кушает пиццу, да? Это вообще не сравнимо, да? Ну как мороженое, Афонь? Получилось? Да. А ну еще раз скажи, получилось или нет? Получилось? Да. Ну что, пока там дети кушают мороженое, я буду складывать целую гору белья. Так, не овек, а давай с мороженым на кухню, сынок. Так что сейчас все это сложу. Так, ну что, я вещи разложила, сейчас собираюсь в доме. Ну, все раскладываю по местам, потому что, знаете, день рождения — это такой праздник, когда нужно убираться и до, и после. Отправила детей на улицу. Сначала там была жара, они были в доме, а потом я смотрю, там тучи такие заходят вообще. Думаю, нет, пусть идут, прыгают и бегают, а то вдруг дождь пойдет. Вон они, эти тучи, зашли, так что... Я сейчас все уже пораскладывала вещи, все сложила и разложила по местам. Постели не заправляла покрывалами, а просто аккуратно все поправила, и простыни, и все. И сейчас немного в детской здесь приберусь. Птички щебечут, вообще потрясающе, потому что окна везде открыты, все слышно. И сейчас здесь в детской, и пойду кухню приводить в порядок, потому что она в состоянии просто разбитом. Получается, после дня рождения я прям идеально там не убрала. И вчера, потому что и карате, и мы вязали, некогда было. Сегодня с утра я сразу уехала на праздник в садик, поэтому надо прям сейчас постараться. Ну-ка! Уже дождик скоро начнется, Гриш, ты видел, какие тучи? Мам, что, я подписываю сейчас, да? Может, это дождик капает, сынок. Так что кепочки собирайте и заходите под навес, хорошо? Да, Рекс? Рекс линять стал. Дождик начинает уже капать. У Антохи боевая пуля, да? Как это случилось, сынок? Бангал там бежал и... Группа? Мама сдохла там с капой. Угу. Так что, перекисью и зеленочкой? Да. Давай, сам будешь? Зеленка сам. Ну, давай. Сначала перекисью, давай. Только 10 минут. Угу. Должно чуть пошипеть у тебя. Ты руки-то убирай. Одну капсулу? Нет, две.
шипит. Давай, я сейчас принесу ватку, чтобы зеленка. Нет, еще, сынок, надо, чттобы вся рана пошипела. Рей мы купили домашних. Три штучки. Да, тут одинаково. Сижу, нет, Фаберлик забрал. Двухсторонний каталог. Мой дома и правила здесь мало всего. А вот этот, конечно, подлиннее, который с Мариевой. Что, курицу надо жарить, да, сынок? Ну, типа же блогер же, родня, ты что? И не... что? Ну, и вот она теперь представляет Фаберлик. У нее тут, типа, своя вот эта молодежная, тут такая недорогая косметика. Ну, так относительно недорогая. Сколько же шорты стоят? Смотри, там, видишь, и одежды там сейчас много. Всяких тут, ну, всего, короче. Так, мы сейчас Сижуничкой, вернее, Сижуня разделывает, а я раскладываю все по пакетам. Для супа. Куры домашние по 150 рублей. Большущие такие. Здесь вот это филешки. Все для второго. А вот тут вот все для первого, для супчика. С них, конечно, очень вкусный. Фишка уже лег спать. А эта братва сейчас будет стричься, да? Мы двое сразу. Так, кто первый? Я. Ну, тогда разрешивай, ладно? Ага, так, Афоня, ты первый? Да. Давай, тогда сейчас я тебя накрою, будем подстригаться. А посмотри-ка на меня, рок-н-ролльщик ты мой. Мама, так он будет? Да, так и будешь ходить? Сейчас еще чуть-чуть обрежем верхушку. Намочили сейчас ножничками, да? Да, у меня только сделаю. Все, один готов. Покажись, Афонь. Все, ты красивый. Теперь второй сейчас будет красивый мальчик. Я еще не красивый. Еще один рок-н-ролльщик готов. Антош, ты ты понимаешь, что ты сейчас делаешь? Сейчас у тебя все лицо будет в волосах. Зачем ты это делаешь? Зачем вы меня снимаете? Афоня, отходим отсюда. Так, ну что, будем спать? С тобой спать? Да ты уже взрослый и большой мальчик. С тобой уже не надо спать. Что? Что у тебя есть собачка? Мам, как помогаю? Вот так ее одеваем. Так? Угу. Мам, всем пока-пока! 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 Что тут на шапке? Завтра будем маму Гришу и папу постригать. Да, ну посмотрим, завтра же Гриша на карате, как там все пройдет. И тебе надо на карате? Да. Ну давай, ложись, я тебя поцелую. Так. И тебя, и тебя. Наташа с коровкой спит, да? Всем пока-пока. А ты с собачкой? Да. С маленькой или с большой? Да. Как его зовут, собаку? Рук. Друг? Нет. Дружок? Это друг. Дружок? Друг? У меня, знаете, друг. А у меня девочка. А, друг. У меня девочка. Ты друг? Собака, друг. А у тебя девочка? Это Роза. Коровка? Да. Роза. Малобака. Собака твой друг? Друг Малобака. For all the times that you ain't at my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well I ain't.